Всем привет, друзья! И в сегодняшнем видео хочу поделиться с вами положительными эмоциями. Дело все в том, что на выходных мы ездили на зооферму, которая, как оказалось, находится буквально в 6 километрах от нашего города. Эта зооферма была основана 10 лет назад, но вот открыли ее для посетителей буквально 2 месяца назад. И это очень классная идея. Специально не буду как-то дополнительно комментировать или вставлять музыку, просто хочу предложить вам посмотреть на этих замечательных животных и послушать те звуки, которые они издают. Ой, вы так пищите хорошо. Ну, вовнутрь входить нельзя? Можно вот так кормить. Господи, какие вы классные. Ага. Аккуратненько. Ты заплатила, да? Да, все заплатила. Ой, не надо, ну тысяча. У вас такие зубы. Сколько ты отдала? 1900 рублей. Да. Вместе с кормом. Да. Смотри. Ну, давай. Саня, не бойся. Большой, давай. Вот так, там... смотри. Чтоб... Давай ей, она не возьмет, да, этого, вот так, мало. Большой, да. Соня, смотри. Давай. Смотри, во как, смотри. Давай, Соня, смотри. Давай вместе протягивай. Давай. Давай. Не бойся. Сонь, ты не кидай, а то они испугаются. Да, смотри, да. Сонь. Мамуль, ты руки туда особо не это. Бери, Соня. Ну попробуй покорми. Слушай, сколько их много? Господи, как они пищат. Мамуль, ты такое видела в этом? А, мамуль? Ну что вы не берете? Ставить. Тебе. На еще. А вон там, смотри, сколько. А там где-то еще альпаки должны быть. Надо оставить это. Какие еще альпаки? Баран! Баран! Ты так хрустишь. Ты такой классный. Ты такой красивый. Чего все у тебя копыт? А? Тебе, наверное, холодно. А, или это олень? А, это олень. Нет, Соня, давай сфотографируемся. Сонечка. Ты такой... Ты такой красивый. Я тебя никогда не видела. Рога-то какие. Чтоб зубами не кусать. Дай мне кусочек. Господи, какой ты красивый, а? На морковку. Как корова. Ага. Надо оставить там еще эти. А, это морал, наверное. Не? Это, наверное, морал. Лань, европейский. Смотри, несется.
Во. Холодно. А вон там гуляет. Сколько? Папуль, иди принеси маме жилетку и Соне кофту, эту повязочку. Она позади в этом. Тихо, тихо. Ну, еще 200 рублей возьмем в ведерко. Да ладно, прямо всех кормить. Ну, ж прикольные такие. Идите, тяги, так и тяжи. Ага, холодно. Нет. Не знаю. Не, а классно придумали, да? Ну ты идешь или мы пойдем? А кто ты? Какие-то у тебя ножки вывернутые. Спички. Ты так шел долго. Да. Иди, тебе яблочко дадим. Иди, мой хороший. Иди. Иди. Коровка, да? Ты такая коровка. Да. Ну вот спасибо, да. Начал. Давай, давай. А вон маленький. Ну, вот, Сонь, давай еще. Маленьких. Маленький? Ну покорми сама, пожалуйста. Да. Я четыре. Соня. Дай. Смотри. Ну давай. Не бойся, не бойся, не бойся. Он давай, добрый. Давай. Не бойся. Вот. Получилось? Нет. На, вот эту покорми. Да. Да. Она тоже хочет. Давай. Не бойся, не бойся. Ну давай этого. Этот не боится. Ну, видишь? На, не бойся, на. Не бойся. На. А вот ты умничка. Умничка. И моя суть. На это видео. Ты такой хороший. Но... Ты какой маленький. Покорми его, Сонь. Да, вот так, держи, не бойся. Давай, давай. Вот, смотри. Да. Во, во, смотри, давай. Бежит. Дай барану. Рогатому. Дай барану, Соня. Нет, который, ну, пусть... с рогами. Вот этому дай. Дай барану. Ну давай маленькому, давай. На, и барану дай теперь. Сонечка. Не бойся, давай. Сонь, ну тот хочет, посмотри, он голодный. Не бойся, давай. Видишь, язычком как. Еще пришел, вот этому дай. Еще хочешь, вон тому дай. Ну, видишь, уже не боится. Яблочко, да? На тому. Удачно это купили. Это? Повязку. Да. Что не хотела? Куда мне? Кто? В этот магазин. Не, ешь это. Вот. Вот чуть-чуть. Опять. Иди вот лошадку покорми. Смотри. Ничего не видишь, как ты только отстрелил. Давай, убейся. Давай. Я тугой, да зубы. Зубы такие. Тебе надо хвостик завязать. Ух ты, выбил из рук. Чалкаешь, как дед. Выйди вот этих маленьких карточек. Нет, ты просто молодой.
Просто смотрим издалека. Ой, их тут три. А в этих сидят? Да, вон там сидит, тут сидит и ходит. Сонь, пальчики не суем, просто смотрим. Соня, где скорее подходи. Не, смотри, 10 лет оказывается. Во, котик какой, да? Птичка застряла. Сидят. Ага. Ну что ты? Ой, ты кошка, да? Да. Куда ты залетела? Ага. Ей вон туда. А, все, молодец. Да, вон, смотри, какая маленькая. Да не надо, то я не ходил, он вон тех по, на выходе. Я такая вкусная. Ты такая. Смотри, Сонь. Сонь, заходи. А я не... Не бойся. Привет. Сонь, заходи, не бойся. Сонь, не бойся, они в клеточке, не бойся. Вот. А тут рыженький ползет. Пошли, вот, смотри, какая душа. Вот, смотри, вокруг, взял его, как будет. Вот, а руки длинные. Сонь, заходи, не бойся. Смотри, сейчас кушать будет. Что это мне? Давай ручку. А вот рыженький какой-то, ага. Хвост длинный. Слушайте, от вас несет хуже, чем от коровы, от свиньи. Ой, кто там еще? Что за звук был? А что, ты не хочешь? Чего ты? Ты же хотела обезьянок. Какой? А какие-то? Вот, смотри. Оп, смотри. Во, акробаты какие. Видать себе, какой хвост. Во, вас тут сколько? Двое, да, вас? Привет. Привет. Чё кушаешь? Вкусно? Вкусно? Подойди сюда, иди сюда. Привет. Ты муху ловишь, да? Ты муху ловишь? Ты только пальчики не суй. Привет. Ты бородатый? Эй, друг. Друг. Где? А вы тут сидите, да? Наказали? Да. Ты такой маленький. И ты такой маленький. Ты такой маленький. Ты такой... Что, кенгуру есть? Соня, ты видела маленьких зайчиков? Белые. Ой, ты гусь, пойди. Не дай тебя чуть-чуть потрогать. Ты такой мягкий. Павлины. Кто там? А вы без хвостов, да? А где хвосты? Ободрали?
Да. О, кенгуру и кролики. Эй, друзья!